23 мая 2024 года, в 00 часов 45 минут, на 5 км+900 м автодороги Фурманово-Шатурское-Нестеровского района двигался автомобиль марки «Опель». Под управлением 31-летнего водителя, который, управляя транспортным средством, двигаясь в направлении поселка Ватутино Нестеровского района, не выполнив законного требования сотрудников полиции об остановке, не справилась с управлением, в результате чего допустила наезд на придорожное дерево, находящееся на обочине справа по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение –